Итак, всем привет, с вами Стелс. Сегодня продолжаем игру Portal 2. Я так и не понял, честно, что с этой головоломкой не так, но надо подумать. Надо сначала подумать, а потом уже говорить. Так. Ща чем придумаем. Так, секунду. Чего? Там ничего не спавнится. Так, а где куб? Кстати, где куб должен пригодиться? Понял. А, сможешь додумаешь. Ну, одно точно можно сказать. Это вот это сюда. Может воспользоваться этим, кстати. Перейдем сюда. Так, синяя. Я лучше поменяю, а то как в прошлый раз не долетал. Даже я прилетаю. Подожди, чего? Мне отпрыгивать назад, что надо? Не долетаю. Так, то есть мне нужно, чтобы там был синий. Понял. А, зачем? Долетит? Нет, подожди, я также отпрыгну. Сейчас проверим. Сейчас все проверим. Или я там должен ускориться? Ну, сейчас посмотрим. Я отпрыгну, скорее всего, да? А, не. Страшно. Сюда. Где? А теперь что мне это дает? Теперь я могу попасть. Да? Ну, сейчас проверим. Так. Что мне тут открылось вообще? Подожди. О, как? Ага. Так, сейчас посмотрим, что с той стороны происходит. Здесь нужно красное. Ау. А для чего тогда эта часть? Это чтобы уйти? Я могу и так пройти. Не могу. Ой. Поехали. Куда оно полетит? Подожди, как это сейчас работает? Все понял. Дальше. Так, теперь я должен отпрыгнуть. Там разогнаться, потом отпрыгнуть. Ну, в принципе, так и должно сейчас работать. Ну, все. Теперь возвращаемся туда. Якуб. Кого? Подожди, где куб? Сейчас заберем его по новой. Ай, ладно. Главное не упасть. Падаем, все нормально.
Возьми. Возьми эту куб. Так. Ну, дальше мне остается только разогнаться и красный портал туда. Туда получится. Все, осталось разогнаться. Так, куб поставлен же, да? Я же поставил куб. Да, все. Если вас заинтересовало мое предложение, чем я два раза у вас еще осталось несколько свободных мест. Повторяю, все, что нужно, позволить нам разобрать вас на части. Мы здесь ни камни перекладываем. Мы знаем, как собрать человека обратно. Это полное обновление организма, новая жизнь, замена вашего старья. Кроме этого, мы вырежем все опухоли. Честно говоря, это вы должны нам платить. Ну, вообще, да, если... Хотя... Ну, вырезать опухоли, да, но... Сколько старые должны быть органы, чтобы... Их заменяли сразу. Что тут у нас? Благодарю вас. Не могу поверить, что благодарю этих людей, что приняли участие в испытаниях проталкивающего геля. Вы внесли значительный вклад в науку, и человечество вам очень признательно. Если у вас есть личные вещи, заберите их с собой. Мы не хотим, чтобы старые газеты и костыли захламляли здание. Для многих из вас $60 – это неслыханное богатство, поэтому не тратьте их все на... Карлайн, что скупают эти люди? Рваные шляпы, мусор? Так, сейчас, секунду, ребят. Я вернулся. Куда? Сюда? Все? Чисто опасно. Тяжелые стулья тут. Окей. Так. Так, что дальше? Как бы я и так один работаю, ну ладно. Я не знаю, что тебе сказать чисто. Я и так один работаю, так что... А. Ой. Это что было, да? Нет? А. Что делает белый? А, ну белый... Белый, синий, портал могу создать. Белое, прыгаем оттуда. Сюда приземляемся. Только сначала ко мне сюда попасть. Вон, делаем вот так. Вот так. Вот так, я скажу. Нет, стоп, не так, подожди. А кто? Кого? А, нет, это... А, или я... А, может... Нет, там я не могу портал делать. Тогда... Сейчас... Секунду. Мне нужно туда. Если я прыгну сейчас, то я просто должен, по идее, перепрыгнуть, да? Тогда еще я думал. А зачем? Зачем я сюда вернулся? Подожди, чего? Куда? Не понял. Куда мне идти? Чего от меня хотят? А, я бил комнату. А зачем? Ну разгонюсь я и зачем это мне нужно будет?
Подожди, я наверху. Там дверь открыта, я не помню, там вообще не дверь. Секундочку. Так, я не помню. Что ты не допрыгнул? Я сейчас даже прыгнул сам. Так, опустись на всякий случай. Боишься? Боишься, да? Так, ну подожди, здесь... Здесь же... Обнуления нет? А, блин. Стоять. Опускаемся и... Сечка. Добро пожаловать в Центр развития. С тех пор, как участие в испытаниях стало обязательным для всех работников, качество испытуемых значительно повысилось. Однако возросла текучесть кадров. Возможно, вы слышали, что мы планируем постепенно прекратить эксперименты над людьми. Впрочем, еще остались вещи, требующие доводки. Наши счетоводы утверждали, что мы не можем потратить даже $7 на покупку лунных камней, не говоря уже о 70 миллионах. Мы все равно их купили, измельчили их и изготовили гель. И знаете что? Измельченные лунные камни — это сильнейший яд. Я смертельно болен. Но кроме этого мы выяснили, что они являются прекрасными проводниками порталов. Теперь мы хотим узнать, можно ли вывести яд из системы кровообращения человека, путешествуя через порталы. Если же не одаривает вас лимонами, делайте лимонад. Давайте будем оптимистами и займемся наукой. Тем не менее, я буду счастлив, если вы сможете пройти это испытание как можно быстрее. Каролайн, пожалуйста, принеси мне еще более утоляющее. Стоп, подожди, то есть вот это белое, вот это, из чего я могу делать порталы? Это я? Ну, спасибо, что мне еще сказать? Что мне еще сказать-то насчет этого? Спасибо! Я думал, это белая краска, почему? Не помню. Далеко что ли портал? Так, чё? Куда я? Где я? Зачем? Долго было. Ой, ну давай. Чисто распространяем. Распространяем. Чё ближе? Зачем я это делаю, я не знаю. Ой, звучит что. Ой, давай, в синюю, в синюю. И чё? Подожди. Куда мне вообще надо? Теперь что тут от меня хотят? Не, может это открыть? Не застревай. Странные вещи, что ли? Так. Ну, обклеил, обосрал я, может, где еще белой краской, что? Черт. Куда? Не надо.
А, я могу сюда выйти, но это не то место, куда мне нужно, да? Наверное, на всякий случай оставлю. Ну, давайте застрём здесь, правда. Чего нет? Только куда мне надо, я так и не могу понять до сих пор. Куда, зачем, почему? Ага. А так? Нет? Что от меня хоть? Так. Подожди. Так, откуда я вообще туда спустился? Секунду. А чё? Ну оттуда я. А, мне туда. Куда мне надо? Нет, ну я понял, что мне туда. Не туда, да. Так и как же это сделать? Тянешься? Ну почти. А, не дотянул, ладно. Красота. Так, ну примерно понимаю то, что один портал сюда. Да, один портал. Я лечу туда, но как где я разовью скорость, этого еще не понятно. Максимум, который я сейчас могу развить, это вот это. Все. Ну давай так попробуем. Почему бы нет? А. А. Ага. Понял? Стоп. Порталы путаю. Красный здесь, значит, туда синий. Все. Красный снизу. Красный там. Там. Красный. И синий. Красный вхожу. Так. Нет. Наоборот, меняем. Красный туда. Все. А почему ты перелетаешь? Понял. Давай сделаем. Ты сейчас издеваешься, да? А, ниже? Ну, открою. Не попал. Но уже есть прогресс. Ты издеваешься. Не, я знаю, что это не получится. Ну, блин, я хочу попробовать. Нужно сделать это еще раз. Только уже синий. Давай попробуем. Ну, да.
Главное попасть. Ну и почему-то не долетело. Окей, сделаем немного по-другому. Так. Теперь я точно до сюда должен долететь. А, я же все понял. Можно попробовать. Ты не вылезайся, а? Нет, еще немного. Получится, не получится. Сейчас, секундочку. Так, слишком слабо. А лучше тогда второй раз. А? Стоп, где я? Его переспавнить, что нужно. Ой. О. О, нет. А нет. Меняем портал, короче. Что мне туда синего? Короче, еще разочек. Так, подожди, вот почему он перевернут? Кого? Ладно. А. А. Понял. Сейчас, секундочку. Надо здесь что-нибудь еще есть, потому что я сейчас не доходит до меня ничего. Я могу? Не знаю. Ну, предположим, что я добавлю еще краски. Не сюда. Куда? Вот. Предположим. Ну вот, предположим. Сюда создадим еще один и еще один. И потихоньку будем подниматься наверх. Ну вот, чисто предположим. Ну и я попадаю на ту сторону. Секунду. Попадаю на ту сторону. И что мне это дает? Ну, все. Ну ладно, я вот тут подумал. Если
Жизнь одаривает вас лимонами, не делайте лимонад. Заставьте жизнь забрать их обратно. Разозлитесь! Мне не нужны твои проклятые лимоны! Что мне с ними делать? Да, возьми лимоны. Требуйте встречи с менеджером, отвечающим за жизнь. Заставьте жизнь пожалеть о том дне, когда она решила одарить Кейва Джонсона лимонами. Вы знаете, кто я? Я тот, кто сожжет ваш дом. Я заставлю своих инженеров изобрести зажигательный лимон, чтобы спалить ваш дом дотла. Спали дом дотла. Сжечь людей. Он выразил то, о чем мы все думаем. Вопрос вот в чем. Если мы можем записать на компакт-диск музыку, почему мы не можем записать на диск информацию о личности и разуме человека? В общем, я поручил инженерам разобраться с этим. Картирование головного мозга. Искусственный интеллект. Нам нужно было заняться этим 30 лет назад. Вот что я скажу. И запишите это на пленку, чтобы все выучили. Если я умру до того, как вы сможете пихнуть меня в компьютер, я хочу, чтобы моим преемником стал каравай. Она будет спорить, она начнет отказываться. Она такая скромница, но вы ее заставьте. Скромница. Пихните ее в компьютер, черт возьми, не важно как. Отличное испытание закончено. Можете вернуться на место. До свидания, сэр. Лучше Глада запихните, чем его. Хотя, по идее, он добрый почти что. Слово почти. Повещалки. Что там у нас? Ну давай сюда. Я не хочу подниматься 3 километра наверх. Работаешь? О, не. Не, в принципе, если так делать... Так, какой там портал? Синий. Да. Ну, в принципе... Должно получиться. И куда мне подожди? Куда я? Я путаюсь, что мне надо? А, мне нужно синий... Да, портал синий. Где он? Не синий. Не синий портал мне нужен. Раз. Так. Синий. Теперь синий. О, не. Давай не все заново, а? А, я знаю. Все. Ёшки. Так. Красный оставаться, синий туда. Всё. Ага. Так. Да, я прилетел. Ага. Хорошо. Да, все, хватит. А, выход. Ой, загрузочка. Знаю, ситуация выглядит безрадостной, но тот безумный тип был прав. Мы не будем брать лимоны. Мы поднимемся наверх и заставим его вернуть мне мое тело. Скорее всего, он убьет нас, потому что он очень силен, а у меня нет плана. Так, придумай. Не стану тебе врать, наши шансы миллион к одному. Это если округлить в нашу пользу. В но... случае, давай разозлим.
точно, точно. Давай взорвемся с достоинства. А. Так. Так, что у нас там по времени? Так, я думаю, можно стоит. Нужно, да. Нужно заканчивать. Итак, всем пока, с вами был Стелс. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующих встреч и всем пока.